Записываем. Приветствую, Михаил, с наступающими праздниками. Да, сейчас сделаем всем сюрприз. Да, мы сейчас сделаем ссылочку, чтобы они перешли и посмотрели кое-что к празднику. Это ваш подарок. А вы мне покажите сначала изобретение. Как вы нашли синхронасос, когда делаем точку ХГУ, нажимаем. А вы мне сказали, что-то изобрели такое, чего никто пока не может делать. Покажите. Я не уверен, что это многие смогут сделать, даже когда я покажу. А вот у меня мелькает там все, пускай мелькает. Это программа. Вот это ХГУ, вот она, да? А вот вторая ХГУ. Вот, так мы складываем так, что... Вот, обе задействованы. Одновременно. Да, но так мало кто может сделать, наверное. Мне даже в голову не приходило. Можно так переделать. Так еще лучше, еще удобнее. И одна, и другая нажимаются. О, как интересно. А с ногой как вы поступаете? И с выдохом как вы поступаете в этот момент? То же самое все. Да, синхронасос, да. Да, тот же самый синхронасос. Мне далеко не отойти сейчас. Меня все равно не видно будет. Замечательно. Замечательно. Наташа. Сейчас она придет. Она там делает то, что мы показываем, как дыхательные упражнения делали с Ириной. Она там редактирует, чтобы завтра к вечеру выставить. А я сейчас хочу сказать всем друзьям, что вы, пожалуйста, сейчас по ссылке выходите туда, на канал Михаила, и там вы услышите песню и знаете, что это поет наш Михаил. До встречи. Спасибо вам, друзья. Михаил, спасибо вам огромное. Будут еще песни. Да, очень хорошо. Спасибо. Спасибо. До встречи. До свидания, до встречи.